Мог бы просто сказать, рад снова поработать с вами. Думаю, глушитель нам не нужен. Груз будет отправлен в Лондон. Я хочу, чтобы вы перехватили его и доставили мне. И ты приперлась из Лондона ради нас? Руки вверх, сумку на пол! Пни ее ко мне! Пни ее ко мне! Ты охренел? Ладно, еще раз. Тупые янки похитили сумку и отдадут ее завтра этой корове. Верни ее обратно. Сперли. Вы хоть знаете, что это за груз? Голубая игуана. Что это? Бриллиант. Похож на мои голубые глаза. Верните камень. Наш гонорар? 5-6 миллионов. Евро или фунтов? Фунтов. Фунтов? Да! Все кончено, парень. Бегом, 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 бегом. Как поступают с такими, как я? Думаешь, ты властитель мира, а? Заткнись. Во лбу свечка, в жопе огонек. Что ты напялил? Ты что, гейша? А что, таков мой вкус. Дебил. Думаешь, тоже, что и я? Вынимайте стволы и стреляйте. Идти туда с пушками наголо? Пик-пак, пик-пак. Что это в кармане? Очень маленькая бомба. Совсем кроха. Доброе утро. Вообще-то уже день. Пошло все в пень. Такая вот хрень. Круто, да?